Приветствую вас. Но вы всегда говорите, что депозиты приносят мало дохода. Нет проблем. Сейчас как раз зарегистрировал выпуск валютных, тобто долларовых корпоративных облигаций. Ну, это компания, которая занимается соками, входит в группу ТАСС, ну, ТГИПК относится. Вот они выпустили облигации корпоративные. В общей миссии 3 миллиона долларов. Ну, я думаю, вы вряд ли 3 миллиона хватит вам. Номинал 1000 долларов на 5 лет. То есть вы покупаете эти облигации. И ежегодно получаете 4,5% в долларах США. Пожалуйста, покупайте. Причем это все в электронном виде, все удобно. Раз купили и получать будете. Да. Здесь раз говорю, за этих 4,5 налоги платить надо. Ну, стандартный, как из депозита. Но это ж не 0,0, а 4,5. Пожалуйста. Классический вариант. Покупайте и будет вам доход. Кто вам не дает. И не говорите, что я вам не рекомендовал. Подумайте. Ну, единственный нюанс. Конечно, все-таки это облигации. Они не подпадают под фонд гарантирования вкладов. Если что-то случится с эмитентом, фонд гарантирования вкладов не заплатит. Но 4,5% годовых. В долларах. Вот так вот.